Всем большой привет, друзья! С вами студия StarLadder, и у нас закончился первый игровой день LAN-финала в Шанхае, SLA Лига Star Series Season 2. Да, друзья, и игровой день сегодня был довольно насыщенный. Два игрока покинуло турнир. Это, к сожалению, были Станцывка и Джеб. И два игрока прошло дальше. С первого места вышел Ксикс, и со второго наш представитель китайского региона, и ему удалось обыграть Станцывку со счетом 4-3. Это, пожалуй, самая запоминающаяся игра за сегодня. Первая такая легкая даже сенсация, можно отметить. Шишуай показал хороший скилл игры. По сути, проиграл он только первую игру как раз Ксикса со счетом 2-4. И оставил, в принципе, позитивное впечатление. Но в дальнейшем он достаточно уверенно обошел Джеба. И в драматичном противостоянии с Станцывкой со счетом 4-3 все-таки выбрал вторую путевку в полуфинал. Что запомнилось сегодня, друзья? Было 5 best of 7, и некоторые игры хотелось бы отметить. В первую очередь мне запомнилась встреча, конечно же, Ксикса и Станцывки. Это была встреча виннеров, упорная борьба. Ксикса вел со счетом 3-0. И вот колода темпа мага немножко подкосила немецкого представителя команды Na'Vi, но Станцывка, выиграв 3 игры подряд, не сумел все-таки вырвать победу в упорной борьбе. Запомнилась игра Mirror Ktun Воинов Ксикса и Станцывки. Советую вам пересмотреть этот матч. Это было действительно яркое противостояние зеркального контроль матча. Ну, а мне, пожалуй, запомнилось вот два момента. Один негативный – это плохое выступление Джеба, неуверенные действия, неуверенные в определенные моменты те или иные решения. В сумме провальная статистика 1-4, отлетает Джеб даже без шансов как-то побороться и закуситься за возможность даже выступить на третьем месте. Запомнилось. И самое интересное, что было за сегодня, по моему мнению, это игра Станцывка против Шишуаня, где они отыгрывали Mirror Рено Чернокнижников. Это был Рено Энзот Чернокнижник, и это был Рено Комбо Чернокнижник, где Станцывка, несмотря на то, что он проиграл итоговую серию со счетом 3-4, он просто водил за нос своего оппонента, он заставлял плясать его под свою дудку, и это выглядело на самом деле круто, это было очень профессионально. Ну и вот это яркий пример того, когда играют два игрока, и вне зависимости от захода, Станцывка, из-за того, что это его сигнатурная колода, он умудряется выиграть даже с не самым лучшим заходом. Да, это действительно было зрелище для фанатов контроль колод. Ну а если вы хотите получить просто какие-то яркие эмоции, то могу порекомендовать вам партию Шишуай против Джеба, встреча темпа воина против охотника. Если ты вспомнишь, как раз там неожиданная развязка была, в принципе, Джаб, ну, где-то немножко ошибся, подарил шанс на победу своему оппоненту, и Шишуай этим шансом воспользовался. В целом, игры сегодня порадовали. Ожидаем завтрашний игровой день. Группа Б, в которой сыграют также 4 игрока. Это представители команды Virtus.pro, Найман, Доктор Хиппи, Айзора, представитель китайского региона, и Хоя, игрок команды Na'Vi. Ждем жарких сражений. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами. StarLadder, SLA Лига Star Series Season 2. Шанхай, LAN-финалы.